Работали для того, чтобы другие могли спокойно отдыхать. Именно так можно сказать о славянских полицейских. Во время новогодних праздников стражи правопорядка были переведены на усиленный режим несения службы. О результатах их работы, а также статистике происшествий, нам рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Славянскому району Алексей Соловьев. В период с 30 по 8 января 2019 года на территории района было проведено в общей сложности более 95 мероприятий с массовым пребыванием граждан. Было задействовано 208 сотрудников полиции, 39 казаков-дружинников. Охрану несли круглосуточно, посменно. Кроме того, у нас отдел был переведен на усиленный вариант несения службы. Порядка 28 сотрудников дополнительно выходили в сельские поселения. Это Коржевский, Анастасиевская, Прикубанский, Маевская. Значит, за новогодние праздники у нас было зарегистрировано 6 преступлений. Из них осталось одно не раскрыто. Это кража имущества. Остальные у нас были раскрыты. На территории Анастасиевского поселения было совершено убийство на бытовых мотивах, также оно раскрыто. И буквально вчера в городе было совершено разбойное нападение, также было раскрыто сотрудниками полиции по горячим следам. Преступник оказался жителем соседнего района, приехал в Славянск на Кубани для совершения преступления на территории города. Он был изобличен, задержан, сейчас находится под стражей. Всего за эти праздники было выявлено 63 административных правонарушения. В КСЗЛ, это камера временного содержания, было задержано, доставлено 27 человек. По статье 20.1, это мелкое хулиганство, 52 человека. За распитие спиртных напитков в общественных местах 6 человек. За мелкое хищение было доставлено 3 человека. Совершено 21 дорожно-транспортное происшествие. Пострадало 5 человек, из них один несовершеннолетний. Все сотрудники добросовестно отнесли службу. Отдельное спасибо казачеству, отдельное спасибо главам поселений. Они оказывали все эти дни нам всевозможную помощь. Также профилактировали, также работали с нами на уровне сотрудников полиции. Удалось сдержать оперативную обстановку в районе, в городе стабильной.